Марафон добрых справ у регионе протягивает акция «Цуды на каляды». Я еладзить Белорусский республиканский союз молоди. У каждом районе проходят святошные ранишники и концерты. Так само организаторы проезжают до детей с подарунками. Напередодне отбылся визит у агрогородок Негаука Будакашелевского района. Гостей сустракали у шатырох семьях. Подробности далее в сюжете. Семья Кузьмянковых самая великая из тех, до кого завитали представники БРС. Вольга выховывает шестерых девчинок. Старейший Ксения 12, а молодшей Вероницы 2 года. Гостей сустракают усёй дружной семьей каля новогодней елки. Спочатку отчувается невеликое хвалявание, однако оно проходит литерально про хвилину. Дед Мороз и Снегурка пропонуют веселые гульни и викторины. Покой наполняется звонким смехом и святочной атмосферой. Казочные персонажи разом с детьми водят карагод, танцуют, спевают и читают верши. Наша елка велика, наша елка высока. Выше папы, выше мамы, достает до потолка. Как блестит ее наряд, как фонарики горят. Наша елка с Новым годом поздравляет всех ребят. Будем весело плясать, будем песни распевать, чтобы елка захотела в гости к нам прийти опять. Акция «Цуды на каляды» стартовала на початку снежня. Яна накеравана на допомогу шматдетным и неполным семьям, батькам, якія выховывают детей инвалидов. Активисты БРСМ организовали пункты приема подарунков, и каждый жадаючи имел махчимость принять удел. Сбирали цацки, канцелярские принадлежности, одзенне. Головная задача – охопить теплынёй и клопотом по махчимости каждого. Дарить ребятам праздник, дарить хорошее настроение – это всегда важно, ценно, это нужно. Об этом нужно говорить, этим нужно заряжать других. И приятно отметить вдвойне, что в этом году к этой акции присоединилось рекордное количество наших первичных организаций. Это не только учащиеся, но это еще и работающая молодежь. И наша главная, наверное, задача – не оставить никого без внимания, дойти до каждого ребенка. Дмитрий Котов, Вероника Гамзюкова, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель» с Будакашельовского района.